Камбоджу. Город называется Пномпень. Доехали мы с Нячанга сюда вроде бы за 20 часов. С пересадками, со всем этим. Сегодня у нас первый день, мы сегодня гуляем. Поселились мы в прикольной гостинице. Везде гостиницы стоят один номер на 2-3 человек не меньше 35 долларов в сутки. Сейчас мы арендовали байк. Байк такой себе. Ну, потому что нас отвезли от гостиницы, мы долго ходили, искали, ничего не нашли. Короче, байк стоит 106 долларов на сутки. Так, что мы еще мы сделали? В общем, покатались. Здесь очень жарко. Вчера, кстати, пошли в пиццерию. Заказали пиццерию, хоть бы была такая более-менее нормальная. Даже, я бы сказала, приличная. Принесли нам пиццу с тараканчиком. Олег пришел с тараканчиком. Нам, конечно, я потом пожаловалась. Вернули, дали новую пиццу. Но все равно впечатления не оставили. Как бы первая еда в Камбодже и уже с тараканами. Было очень вкусно. Не, пицца на самом деле была реально вкусная. Но тараканчик добавил свои привилегии. Вот так вот. Кстати, это река Меконг. Самая, типа, большая. Мы хотели бы обратно в Хошимин поплыть на ней. Есть вроде бы такая вещь, но я не знаю, как там с визой это будет обстоять. Но это было бы, наверное, самое прикольное такое путешествие. An incision when you look back. You gave me tunnel vision right through the past. Will you take what I've got? Will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through. Также свердеть, цвета и пахнет. Давайте я попрошу твою чуру, чтобы он меня помыл. Ну так жарко. Давай, будет прикольно. Думаешь? Скажи на камеру, что собираешься. Так, не. Говори, скажи, я сейчас подойду, попрошу, чтобы он меня побрызгал. А как попросить, чтобы он меня побрызгал? Да покажи, покажи. Да там такой напор. Да нет, ты я что-то передумала. Отойдешь, давай. Олег, я уже что-то передумала. Да передумала, давай, классная идея. Тебе надо подписчиков. Не таким же образом. Вообще это было бы прикольно. Она будет смотреть. А как сказать? Да покажешь, он поймет. Я обувь. Ну давай, давай, давай. Давай, окей. Нет, давай, давай, классно. Расскажи. Круто. Расскажи. Мне хорошо. Да, понравилось мне это все.